ребятки, с вами Димка Мирова. Сегодня у нас будет битва Биби против Бонзо. Бонбонов. Вообще Майнкрафт очень тормозит, потому что вы сами прекрасно понимаете, что будет, если спавнить огромное количество мобов в Майнкрафте. Ну и битв у нас будет 3, они будут разные, поэтому давайте уже приступим. Биби там вообще рут уже во все, хотят этих бонбонов уничтожить. Так, гоу. Только посмотрите, что происходит, уже во всю начинается битва. Смотрите. Они начинают драться, но смотри, у бонбонов есть вот такой огромный бонбон, который тут тоже вступляет делом, но только он очень медленно двигается. Такой огромный загличный бонбон. И эти все бонбоны тоже загличные. А вот Биби, они самые обычные, но зато у них есть 3 фина. Здоровых, хороших. Пока там происходит самый разгар, вот здесь вот в этом месте. Давай, давай! Смотрите, там просто разгар битва. Там они друг друга убивают, поэтому перестают лагать. А так вообще очень сильно лагает из-за того, что... Но это того стоит. Смотрите, смотрите. Бам-бан-баны. Куча бан-банов идет просто в бой. Тем временем огромный бан-бан начинает заделывать. Смотрите, он там убивает огромный бан-бан. Он начинает убивать Биби. Огромный, злой, загличенный бан-бан. Убивает, короче, вот Биби, это вообще жесть, смотрите. Не обращайте внимание, что мы как-то тормозит, но просто вы же сами прекрасно понимаете, что будет, если спамить 100 Биби и 100... Ну, короче, 200 мобов у нас сейчас примерно то же самое, что на компьютере, что происходит, уменьшаются FPS, то же самое здесь происходит. Но Биби они убивают. Бонбонов, и у меня становится все получше. Не, ну это прям эпичная битва. Вон там ходят 3 фина, а вон там... Вот там уже кто-то бьет большого бонбона. Кто-то бьет большого бонбона. А ну-ка, да вообще ничего не видно. Бан-бан. Вообще такой огромный. Нет, посмотрите, его кто-то бьет, непонятно кто. Либо это Пибли, либо еще кто-то. Ребятки, я вообще не знаю, что происходит сейчас. Сейчас будет. Сейчас вообще так интересно. Там все в Пиби, в бан-банах, они с друг другом сражаются. Боже мой, какой эпичный батл. Если бы не глюки вот эти вот. Майнкрафтовский, то было бы вообще так ништяк. И вообще, смотрите, что происходит с бан-банами. Они за секунду умирают. Не, больше всего сейчас Биби, но просто бан-баны маленькие, наверное, их не видно. На самом деле, их очень много. Потому что там какие-то скопления Биби на одном бан-бане. Представьте себе, 1 000 000 Биби против 1 бан-бана. Вот это прикольно будет. Почему Фин не атакует бонбана, бездельник? А нет, он атакует, смотрите. Он за 2 удара убил бонбана. А тем временем все Биби нападают на огромного бонбана. Вы посмотрите, прям толпа у него. Давайте, Биби, убейте этого бонбана огромного. Иначе глич захватит весь мир. Просто, я думаю, не надо двигать камеру. Просто посмотрите, какой ужас.
Остался лишь один большой бан-бан. Конечно, там еще чуть-чуть осталось, но уже понятно, что Пиби выиграет. Вон, большого бан-бана бьет Пиби, которая залезла прямо в его глич. И убивает его изнутри. Посмотрите, Пиби в него залезла и его изнутри. Изнутри убивает. Это прям как пиявка. Пиби пиявки залезает внутрь и убивает изнутри вообще. Хотя пиявки на самом деле никого не убивает. Но я просто говорю, посмотрите, прям куча Пиби вселяются в глич. Они начинают бить. Кстати, интересный вопрос, почему они не заражаются? Скорее всего, у них какой-то антидот, ведь они голыми руками прямо сражались с гличем. Бан-бана, вы посмотрите, что сейчас происходит. Это просто жесть, можно сказать. Давайте. Я не знаю, когда они его убьют, бан-бана. Когда они убьют бан-бана, но они его убьют активно так. Это просто жесть. Не, ну вы посмотрите просто. Этот Фин, он здесь сидит и ленится. Он ленится убить. Смотри. Фин, ты просто с двух ударов убиваешь обычных бан-банов. Так слабо, что ли, убить вон того огромного? Все Пиби там скопились, а ты тут один сидишь. Герой называется. Ё-моё. Короче, считайте, Пиби уже победили. Там просто какой-то круг Пиби образовался. Посмотрите. Короче, на моих глазах 5 секунд назад Пиби наконец-то убили этого огромного бан-бана. Получается, Пиби выиграли. Ну, а мы переходим к следующему раунду. И у нас начался второй раунд. Вы только посмотрите, опять тормозит у меня Майнкрафт. Но, смотрите, у нас теперь Пиби. У них, во-первых, вторая стадия. Но им никто не помогает, потому что Фины заразились инфекцией. И теперь их 50, и Джейков тоже 50. Получается опять 100. 100 монстров сегодня будут сейчас будут атаковать Пиби. Но сейчас вообще не видно, потому что они в одну кучку столпились. Так их очень много, я вообще не представляю, как они туда залезли. Ну что, открываем проход. И будем смотреть, какая будет битва. И вот, смотрите, уже началась битва. Пиби против Финов и... Глич Финов против... Да, против Глич Финов. Вот. А, я не могу выбраться. О! Короче, происходит сейчас эпичное дело. 100 Пиби против 100 Глич монстров, то есть Джейков и Финов. Посмотрите просто, что происходит. Там Финны своими Глич мечами размахивают. И вообще происходит полная жесть. Я вообще ничего разобрать не могу. Я вижу только чуть-чуть Финов и как они размахивают мечами. А вот Джеки, это вообще, это какой-то, они очень сильно заразились вообще. Так, пока идет битва, хорошо можем наблюдать. Кажется, Пиби все меньше. Неужели Финны победят? Господи, это посмотрите. Так мало Пиби осталось. Ну давайте, давайте, бейте их. Видимо, на этот раз не очень будет хороший. Тут вы только посмотрите там. Подкрепление, вот и
Вот, господи, если бы вот учистить эти командные блоки, а не призывать Пиви, я бы сейчас с удовольствием нажал снова подкрепление, но по правилам боев это нельзя. Видимо, Пиби проиграли. О, ноу! Они уже не справятся, их уже так мало. Посмотрите, просто 5 секунд и все уже. С банбанами было намного дольше, аж 6 минут, а тут вы посмотрите, все. Они добили последнюю Пиби. Пины, получается, выиграли. Ну что, смотрим следующий раунд. Вы только посмотрите, какой следующий третий раунд. В нем целых вот просто огроменное количество вот просто здесь вот глич Спанч Бобов. И за Спанч Бобами находится сам глич. Вы посмотрите. Вот так выглядит один экземпляр глича. Вот он. Вот такой вот. И вот здесь, и вот там его просто куча. Прям море. Спанч Бобы стоят в море глича. И вот посмотрите. Пиби с... третьей стадии будут атаковать все это дело. Конечно, Майнкрафт ужасно потормозит, но теперь подкрепление уж точно нужно. Потому что тут очень много Спанч Бобов. А между прочим, это боссы. Спанч Бобы это боссы, значит, у них много жизни. И представьте себе сразу 100 боссов пройти. Это же просто нереально. Ну, давайте, короче, посмотрим. Раз, два, три. Смотрите, уже началось, Пиби против Спанч Бобов началось. Я думаю, уже надо подкрепление, нет, то тут достаточно. Пиби, хотя они просто ленятся и не продолжают сражаться. Это ужасно, вы посмотрите на то, что сейчас происходит. Вау. Пиби сейчас атакует кучу Спанч Бобов. Это прям какой-то шок. Я не знаю, как это сказать, но вот я сейчас вижу прям бой. Настоящий. Кстати, у Пиби там скорость вообще. У них на третьей стадии вообще такая скорость. Давайте, бейте этих Спанч Бобов. На самом деле они очень долго убивают Спанч Бобов, поэтому подкрепление точно будет. Просто вы посмотрите, это вот столько Пиби пошло сражаться с этим самым, этими самыми. Ну, вы поняли, что кого я имею в виду, с Спанч Бобами. И Спанч Бобу даже почти не ударяет Пиби, вы посмотрите. Их просто так много, что им лень ударять Пиби, они не понимают, они не могут ориентироваться в таком количестве. Если Пиби убьют Спанч Боба, то у них останется убить этот глич, и тогда мир будет спасен. Но подкрепление точно нужно, и думаю, прямо сейчас нужно его включить. Подкрепление. Смотрите, смотрите, с самолета падает подкрепление Пиби, чтобы сражаться с Спанч Бобами. Просто миллиард Пиби и миллиард Спанч Бобов. Это вообще какой-то шок, я не знаю. Каким-то образом эти Пиби справляются со Спанч Бобами, но как вообще, я не понимаю. Смотрите, там просто глич, там уже никто глич не защищает, Спанч Бобы все в бой пошли. Вот тут глич находится. Короче, вообще сейчас жизнь происходит. Я не знаю, как это описать словами, но смотрите. 1 триллиард Пиби против Спанч Бобов. Кстати, Майнкрафт
начинает, ну, в самом начале видео были самые худшие обстоятельства, но сейчас, несмотря на то, что 1000 Спанч Бобов и 1000 Пиби, все равно как-то лучше, чем в первом раунде. Вау. Просто посмотрите, там просто мечи от Биби валяются, которые умерли. У них остаются мечи вот такие. А ну-ка давайте подберу меч. Давай в атаку! Я вам помогу, Биби. Я вам помогу избавиться от глич Спанч Бобов. У меня тоже есть отличный меч. Это, блин, так сложно для маленьких Пиби. Я не знаю, насколько это задержится. Но просто посмотрите, одна Пиби протиснулась в такое количество спанч-бобов. А ну-ка, оставьте маленькую Пиби в покое. Зажали ее в угол. Спанч-бобы ненормальные. Оставьте ее в покое. Ей так тяжело. Посмотрите, она просто залезла в какую-то... И вы посмотрите, там просто целая линия Пиби находится прямо на середине. И кажется, они уже дотянули до глича, видите? Они уже дотянули до глича вот этого, и скоро они вообще перейдут в то самое озеро. Ох, как интересно вообще будет, когда они с озером сражаться будут. Хотя, смотрите, они уже сражаются с озером. Боже мой. Я не понимаю, там где-то миллиарды вот просто литров вот этой вот глич-массы. И они сражаются. Как Пиби смогут победить этих Спанч Бобов? Боже мой, их же так много, ребятки, смотрите. Просто все в этих глич-спанч бобов, я даже не знаю, как это описать. Мой Майнкрафт тормозит за 5 кадров в секунду, я не знаю. У меня просто все тормозит. Так, подкрепление закончилось, но я думаю, что они и так справятся без подкрепления. Но все равно это очень сложная задача — победить таких злых Спанч Бобов. Это... Вот посмотрите. И, кстати, там какой-то глич сидит вот. Смотрите. Надо его-то... пихнуть-то, а то он там сидеть будет до конца вообще всего матча. Эй, ты, глич, давай спускайся, там вообще такой разгар идет, а ты тут сидишь, отдыхаешь. Давай спускайся, давай. Вот, спускаешься, да? Ты же спускаешься? А чего не спускается? Спанч Бобов уже чуть-чуть осталось, и смотрите, они уже почти убили весь глич. Они с ним сражаются. О, там на глазах моих прямо убили уже один глич. А вот Спанч Боба пока на глазах меня никто не убили, хотя их уже мало осталось. Ну, вы понимаете, вот Пиби просто, они смогли победить этих Спанч Бобов. И глич сам, ё-моё, они сейчас смогут, я верю в них, потому что они уже убили половину Спанч Бобов, и наверняка, вот посмотрите просто, сколько осталось Пиби и сколько Спанч Бобов. Вообще столько вообще осталось-то штуковин. Несмотря на все потери Пиби, посмотрите, они просто эффективно начинают сражаться. Вон, на глазах Спанч Боба убили. Спанч Боба вообще, они боятся, они уже их боятся. Посмотрите, какой ужас происходит. Тут чуть-чуть осталось, серьезно, вообще. Тут чуть-чуть осталось. Вы представьте себе, там чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть. И тогда они победят глич. Пиби победят глич, это вообще как?
Вау, они уже все, они уже расправились почти. Смотрите, там осталось 2 Спанч Боба, они сейчас... Не 3 Спанч Боба, они сейчас их добьют. И считайте, Пиби победили. О боже мой, ой, маленькие Пиби, они победили таких огромных Спанч Бобов. Причем они боссы, они в игре боссы. Тут даже у меня табло появлялось. Конечно, здесь не видно из-за того, что я выключил индикаторы, но у меня появилось табло. Они же боссы, и такие маленькие Пиби не боссы. Они просто победили этих Спанч Бобов и весь глич. Короче, Пиби победили. Пиби победили, и это очень круто. Поэтому всем пока, с вами был Бомки Невер. Это был просто вот такой вот, я не знаю, как это описать, этот бой Пиби с монстрами. Это было очень круто. Пиби победили. Теперь глич не захватит мир. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я просто в шоке.